Всем привет, друзья! Вот, наконец-таки, я добрался все-таки до аналитики видео про дом ведьмы. Там, где многие заметили нитки, веревки, а вернее канат, судя по тому, как я, ну, посмотрел видео, и где утверждали якобы вот эта, не знаю, веревка, тем более белая веревка, была привязана к ножке стула. Сейчас я вот... Приближу, замедлю этот момент, когда табуретка откидывается. И посмотрите внимательно, я еще там поменяю свет, сделаю более ярче, повышу контрастность, чтобы было видно то, что это вообще не веревка, это просто какая-то плоская полоска. Таких полосок там много, также покажу то, что там обои под стулом, были обои, и когда двигался стул, соответственно, вот эти обои, которые были под стулом, они вместе двигались, они двигались вверх, и также вот эта веревка, якобы веревка, она после того, как стул упал, вот эта фигня белая, назовем ее веревкой, она лежала под стулом. Как так-то? Ну, в общем, друзья, смотрите. Сейчас все вам покажу, приближу, чтобы больше не создавалось вопросов. Ну, а мы будем продолжать дальше по видео. Более серьезные вещи. Сейчас будем разбирать видео на паранормальное. Так вот, внимательно видео, да? Справа в нижнем углу. Белая такая полоска. Перематываем. Приближаем. Вот она. И покадрово. Так, вот она за ножкой. Соскочила, вот она лежит. Видите ее? Это белая полоска. Еще раз назад. Смотрите. Вот она лежит. Под тубореткой обои, всякие там листочки. В общем, мусор. Опять покадрово. Давайте покадрово. Так. Вот. Мусор, вот этот, белый, остается под тубореткой. Сейчас неподвижен. Тубуретка продолжает движение. Так, вот она падает. И смотрите, видите вот эту полоску? Вот она. Вот она. Так, она остается под тубореткой. Теперь, друзья, сейчас вот будет засвет. Опа, вот она. Видите, справа лежит под тубореткой. Смотрите слева, такая же самая полоска. И таких много, они даже в той комнате были. Так, еще так. Приблизим. Еще приблизим. По максимальному приблизим. Вот она. Давайте сделаем свет. Повысим резкость. Вот она, эта полоска. Это даже не веревка. Поэтому, друзья, надеюсь, я все разъяснил. Больше к этому вопросу отвечать, вернее, больше на этот вопрос я не буду.
Кому интересно, посмотрите сами. Да, и смысла нет мне отвечать. Я бы не стал бы реально оправдываться и отвечать на этот вопрос. Просто мне реально стало самому интересно, когда я первый раз заметил, смотрю, реально что-то похоже на веревку. Ну, вот, реально было похоже на веревку, и будто бы движение, ну, в сторону движения тубаретки как раз и вот, вот эта полосочка, как раз она двигалась так же. Да, и сложилась такая иллюзия, будто бы эта веревка тянет тубаретку. Но это не так. Вы сейчас прекрасно видели, что вот эта полоска, она осталась под тубареткой. Она потом была неподвижна. Даже когда скамейка, даже когда стул летел дальше, эта полоска уже оставалась неподвижная под ней, под тубареткой под этой. Приступим к просмотру. В общем, друзья, сейчас я разместил. Так, ну давайте перемотаем. Это основная будет снимать с этого угла. Кто ты? Так, по поводу перемотки это также были вопросы. Вот, пошла перемотка. Так, друзья, вот на минуте 4 первый хрип. Появился первый хрип, и я как раз в тот момент стоял в сенях. Это такой же хрип, как и на предыдущем видео. Точь-в-точь. Вот он. Оп. Вот. Началось. Это первые признаки того, что паранормально проявляет себя, пытается... Сейчас поставлю на паузу. Пытается привлечь к себе внимание, либо хочет отпугнуть, чтобы ну, человек ушел, либо, наоборот, хочет заманить. Но в данной ситуации меня, наоборот, хотели отпугнуть, чтобы я оттуда ушел. Поэтому все вот эти... передвижение предметов, бросание тубаретками, открывание-закрывание дверей – это ради того, чтобы отпугнуть человека. Потому что многие, ну, как бы задавали вопрос, почему именно вот если что-то паранормальное, сразу начинает что-то стучать, там открываться ящики, летать тубаретки, чашки, тарелки. Все потому что, чтобы напугать. Вот. Есть три как бы причины, почему хотят напугать. Первая причина – они питаются энергией, страхами. Вторая причина – они хотят предупредить и как бы выгнать нас, чтобы мы ушли. И третья причина – это наоборот, когда они заманивают. Ну, там немножко по-другому все. Давайте продолжать. На момент вот удар, будто бы что-то в стол бьется, то ли дверца. Скрывается. Заходить я не буду, чтобы ничего не сбить. Надеюсь, не ответит на мой вопрос и что-нибудь камера зафиксирует. Этот стук прекратился. Вот сейчас, смотрите, момент будет. Он попытался меня напугать. У меня никакой реакции, как бы ноль. Я дальше начал продолжать, как бы оставаться там. И теперь он по максимальному, он даже стулья это разбросал. И это,
Не помогло. Потому что если бы вот эти 20. сущности хотели бы мне навредить, они бы навредили, поверьте. Они бы в табуретку запульнули бы в меня, не знаю, там какими-то острыми предметами, тупыми предметами, железными предметами кидались бы в меня. Они не хотели навредить мне. Они просто хотели предупредить, чтобы я ушел. Тишина. Ничего не происходит. Не знаю, будет ли еще что-то. Посижу. Вот тут, на 6:27 минуте такое ощущение складывается, будто бы они переговариваются. Может, это чисто мне кажется, но у меня как бы такое впечатление складывается. Ну тут мы перемотаем. Опа. Ну, друзья, все поставил. Какого шума ничего. На какой-то минуте, я уже не помню, был орб в этой комнате как раз-таки. Ну это, конечно, жестко. Я думал, все, камерам кранты будут. Так, мы тонем. Я уже посмотрю. Вот, в этот момент, вот как раз-таки, 10:48, он, вот эта сущность, шла на меня. Вот этот хрип, он все ближе и ближе становился. Так. Не помню, на какой минуте прилетал орб. Ты здесь? Дай мне Вот, знак. вот, 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 вот. Ты здесь? Можете увидеть. Ты здесь? В левом верхнем углу. Дай мне знак. И это никакой не комар. Комары, вот они летают, да, их видно сразу. Даже когда они близко возле объектива, комара все равно будет видно, что это комар. Это Эти летел. мрази, которые жили здесь. Это орб летел не так уж близко от объектива, ну примерно как я сейчас на таком расстоянии, как я от камеры сейчас в данный момент. Стукни. Один раз да, два раза нет.
Вот, в общем, мы здесь начали с ними перестукиваться. Или с Что ним, я вас не здесь знаю, держит? сколько их там. Надеюсь, друзья, в скором будущем я все-таки приобрету ВГФ, все-таки найду человека, который мне сможет его сделать. Но потому что как бы без ЭГФ очень плохо. Вот реально, мне не задать вопрос, задаю вопрос, мне толком не узнать, кто на самом деле там, что это за сущности. Также не именно вот в доме ведьмы, во всех домах. В общем, как я понял, там три, вернее, три сущности, два вот эти, две души брата, якобы. А третья сущность – это душа ведьмы. И она их якобы держит там в заперти, в этом доме. Так ли это на самом деле, я не могу сказать и не могу утверждать точно. Но то, что вот эти сущности пытались меня прогнать с этого дома, то это да. Они пытались меня от чего-то оградить, скорее всего. Либо они просто захотели меня выгнать оттуда. Потому что если бы была третья сущность, злая эта сущность, то по-любому она что-то бы мне плохое, но сделала. А так меня чисто пугали. Просто пугали и как бы общались со мной при помощи стуков. Не знаю, друзья, что на самом деле там произошло без ЭГФ, как я уже говорю. Мне конкретно не выяснить. Будет ЭГФ, я обязательно вернусь в этот дом, и узнаю, что же на самом деле там произошло и кто вот эти сущности, что там на данный момент происходит. В общем, все, друзья, ждите нового видео. Всем спасибо за просмотр. Ниточникам особый привет. Надеюсь, я вас сегодня не сильно огорчил. Всем пока.